Михаил пишет насчет увлажнителя воздуха. Да, сегодня сполошь уже некомфортно было, сухо в комнате. Вот должна быть определенная влажность для того, чтобы, во-первых, смотрите, почему происходит, вот как раз мы говорили о сгущении там крови, происходит прогрессивная потеря жидкости за счет того, что с выдыхаемым воздухом мы теряем часть своей собственной влаги. Воздух сухой, он может при вдыхании высушить нам легкие. Поэтому, когда мы с вами вдыхаем, проходя по воздушным вот этим вот путям, воздуховодам, воздух начинает увлажняться, ну и другие там происходят с ним изменения, а именно, допустим, определенная концентрация углекислоты здесь у нас поддерживается, она особо не вымывается. То есть воздух смягчается, увлажняется, и в таком виде мы его вдыхаем. И естественно, когда мы выдыхаем, часть влаги из нас выходит. Вообще, влага выходит через поры кожи, она выходит через, особенно во время там дыхания. И если даже ничего не делать, а просто-напросто вот так вот сидеть, организм теряет воду. Теряет воду, это приводит к тому, что потихонечку начинает жидкость, значит, сгущаться, хотим мы того или не хотим. Ну и отсюда разного рода явления. Поэтому, когда имеется определенная влага, то это способствует тому, что организм не так теряет воду, вот, и лучше себя чувствует. И кожные покровы не сохнут, а в организме достаточно, значит, вот нормальная среда сохраняется. И это все работает на то, что организм человека становится более здоровым и менее старится. То есть влажный такой вот климат, умеренно влажный, это тоже важно понимать. Чрезмерная влага не нужна. Он способствует тому, что продолжительность жизни лучше, сохранение кожи, так сказать, вот это вот внешнее омоложение лучше, ну и прочие характеристики. Хороший вопрос вы, вернее так, комментарий дали. Вот, некомфортно было, сухо в комнате. А когда сухо в комнате, особенно во время сна, значит, человек не высыпается. Вот это вот понятие некомфортно говорит о том, что нету полноценного отдыха, восстановления. И естественно, это уже сказывается на то, что потенциал жизненный ваш снижается, и уже вы становитесь уязвимым для разного рода там инфекций и прочее.